Все, продолжаем идти по деревне Наследия. Ага, вот там еще какие-то магазинчики есть, пойдем туда. Здесь как такой, да, вход красивый. Деревья классные, такие большие, старые уже, да? Да, необычные, кстати, не пальмы. Не, ну просто... Так, ну давай-ка завернем сюда, посмотрим. Это местные растения, у них вот этих, по-моему, корни 25 метров, если не меньше. А что это за такие у нас желтенькие растения? Ты прям это, бутаник хочешь? Ну, пустыня, господа, я восхищаюсь. Ага, а это как, да, лавки. Лавки разных и портных, и всяких, наверное, кузнецов. Верблюдиков-то подковывать же надо. А их разве подковывают? Да я шучу, ну, Наташа. А, кстати, они их не подковывают? А как же они бегают? Ага, вот это вот портной, наверное, да? Платьишко. Шкафчик какой, а? Угу. Шикардосный. Хороший шкафчик, кстати. Это не шкафчик даже, это как для нас. Угу. А тут мечи, ну ладно, мечи попозже посмотрим. А здесь у нас что? Слушай, а эти накидки такие, как легкие. Woman carpets. Ковры для женщин, именно woman написано. Может, женщины где-то скуп? Ну, может, я не знаю. Написано woman carpets, чего же я врать буду. Кстати, красивые лампочки и потолки оформлены так, как, ну, во многих всяких дворцах, которые мы показывали. Это красиво, конечно. Это кузница мечей. Вот тот самый кинжал. Красотища. Mm-hmm. Понимаете, да, здесь такая огорожечка, чтобы никто не проходил. Ну, все правильно, да. Прикольно. Да, очень много кинжальчиков маленьких. Так, поворачиваемся, идем дальше. Здесь выставка. Продажа продукции. Выставка продажи. Продажа продукции. Ну, давайте посмотрим, почем продукция здесь. Ой, прохладненько. Симпатичные какие-то шарфики, да, или коврики? Что это такое? Не могу даже понять. Коврик, наверное, что? Вешать, наверное, на стену. Сумочки. Это шерсть. Всякие такие лампы и мечи есть. И вот такие красивые всякие лампочки. Лампочки, точнее, наверное, колбочки для всякого такого парфюмерного дела. Очень много в доме парфюмерии им показывали. Вот этот красивый. За цены 50. 50 дирхам, что ли, стоит? Я уверена, здесь можно торговаться. Ну, обувь есть. В общем, все можно приобрести, все написано handmade. Даже для чего эти колбочки? Я сказала, для парфюмерного делаешь, правильно? Понятия не имею. Мне кажется, мы многие видели. This is for perfumes? Everything handmade. Handmade. А, значит, это... Ой, вот эти, смотри, какие красивые. Ручная работа для парфюмерии, очень красиво. А это decoration, декорации только. Это вообще елочные игрушки напоминает. Ага. О, всякие турочки, смотри. Я же хотела взять по это. Нормально. Да. Так, красиво. Копер. Different copper. А этот меч, как его вообще провести можно-то, интересно? В ручной кладе. Да, в ручной кладе, точно. О, фенечки всякие. Вот, подносик. Класс. Кинжальчики, очень красивая посуда, кстати, да, сделана. Я бы с такой попила бы, конечно, водички-то. Вы поняли, да, что для китайцев очень много было китайских туристов, и продавец просто повесил цены для китайских туристов. Ну, красивый такой киоск, необычный. Сумочка вот прикольная, кстати. Ну, все, из-за вируса нет туристов, китайцев не едут. Hope everything will become better. Chinese people good customers. Yes. Говорит, классные покупатели. Yes. Все забирали, да? Because maybe for them exotic, very exotic. Ой, это кожа змеи, что ли? It's a snake? Yeah. This is an anaconda.
Oh my God. Yes. Oh, where you catch anaconda in Emirates? Emirates. Ah, okay, that's fine. From Africa. Ah, from Africa. Говорит, из Африки. Я уже опасаться начала. Можно-то потрогать кожу анаконды? Ой, сори. Наташа испугалась что-то. Нет, мне как-то... Мурашки пошли. Ну, анаконда-то не укусит. Ну, здоровая, здоровая. Ага. В общем, китайцы много покупали. Real skin, yes? Yeah. It's all real skin. А which animals? Animal, this is a goat leather, camel leather. Uh-huh. Ну, в общем, и верблюды, и козочки. How much is this? This is 150. 150. Ага. Ну, нормально вообще, как для кожаной сумочки. Это змея, я тебе говорю. It's snake? Yes. Ну, видно сразу змеиная шкура. А how much this? How much? This is 150. 150, тоже 150. Ну, видно, посмотри, вот как чешуйка и чешуйка. Не, ну, но это... Ну, это прикольная сумочка, реально, да, вот yes? Это, ну... Нет, я бы не носила бы, конечно, из кожи животных. Смотри, сколько стоит этот пояс? Пояс? So how many euros? А пояса, слушай, а зеленый какой? Посмотри, какой зеленый, какой цвет просто вот. Ну, не знаю, классно. Не знаю, зачем мне, но очень мне нравится. Ну, спроси, сколько. Сейчас ребята это. Потому что они ушли и вернулись. Что-то ребята вернулись. И что-то или купили, или доплатили, я не поняла. Ну, не, они сказали, что не. And this is made by the guys that also made this. Да, да, нам тут дали программки, когда проверяли нас на негатив и позитив, и они на арабском все. How much? 25 dirham. 25 dirham. This is leather? Pure leather, 25 dirham. Из коровки. 25 дирхам кожа. Пояс. Ой-ой-ой. А берете 2, дискаунт будет. А неплохо. Сейчас Наташа будет мерить. А it's for... А это для ну, для стены, короче. Ну это красиво, как подарок, да. Такой вот. Вот она чувствуется такое, как шерсть. Я не знаю, такое классное. Да, вообще. Ну понятно, что есть шерсть. А how much this? 400. 40 дирхам. 400 дирхам, да? Yeah. 400, yes? 400, класс, классная, класс. Очень колючая, красивая. 250 и 100. Ну, стоит $27. Ну, красивый, как подарок, ну, вообще класс. Ну, пояс, да, слушай, пояс, так, может, тогда 2 возьмем, дискаунт будет? Пояс красивый, я ничего не могу сказать. No problem, you want to buy this, I give little discount for you, no problem. Мужик классный, говорит, все, дискаунт будет. Я боюсь, чтобы оно не красилось, это, ну, не белое. А, не знаю, ну пояс мощный этот вообще, он ну, вот цвет здесь. Просто, цвет он классный, тем более кожа еще. Это 25, это сколько? 25? Вот. Ну, где-то $6-7 максимум. А, ну, нормально? Ну, классно, сейчас видео посмотришь. Ну, смотрится классно. Смотри, какой серый еще. Кстати, а серый один только остался, кстати. Ну, тебе еще напоминает серый. Серый остался один. А ну дай-ка я сейчас тоже примерю и попробуем, что оно. Ну серый тоже симпатичный, серый, кстати. Классный. Вот да, вот ты, кстати, да, самых таких выбрала цветов, да? Согласитесь. В комментах Наташа выбрала. Класс. Красиво сейчас два, да? Я померю, а сейчас померю и я. Да, ребята вернулись, потому что реально тут сувениры классные. Ну как-то по ценам вроде это. Адекватно. Так, ну что, Оля, теперь меряю. Copper. Вот сюда, да, надо просунуть. Просовывается, но, кстати, не очень идет. Это, знаешь, даже где-то хорошо. Да? Ну, надо это смотреть. Вот у меня тоже в зеленом тут не просунулось. Или ты мой же взяла? Твой же я взяла. А, надо вот посмотреть. Да, что-то, кстати, плохо идет. А ну, дай-ка я другой. Потому что серый хорошо вообще. Я думаю, что важно, когда проходит. Вот серый я уже не отдам, мне кажется. Like все, Наташа уже 7 грамм. Вот такой нежный шопинг. Like это сзади, значит, ребята проходит. Вернулись и рассказывают им про медные эти. Ну что, как? А вот вопрос, вот это куда девать? You have lemon juice. Нет, в принципе-то есть тенденция. Ну просто классная, как память, ну не знаю. Наташа, наверное, нет, серый я по-любому возьму. А я еще вот подумаешь, да? Классно, да, вообще-то? Классный.
Я возьму, наверное, это. Сейчас я посмотрю, бордовый мне нравится. Вот, вот эти. Ну, не бордовый, а как он называется? Вот это. Давай. Давай подумаем. Смотри, какая красота. Даша говорит, мне оно не надо, но оно красивое. А что, даже молоко налить, да? Там молочко так. Ну, конечно, классно. А ну спроси, сколько. Ну, такая вот прям. Я представляю, как здесь китайцы все сметали. Теперь я понимаю. Они реально все сметали. Цены реально адекватные. А здесь how much? 50. Ну, красивая, конечно. Ну что, ребята, взяли бы что-нибудь в этой лавочке? Думаю, взяли бы. Цены такие, цены адекватные. На кожу, думаю, на сумочки, на всякие это подарки. Да. Это да. Наташа уже себе берет серый, сейчас еще померяет. Ну вот, Наташа, красотка с таким поясом. Ну, тоже интересно. О, подожди, смотрится. А что ж я делаю? Не, у меня же есть джинсы сейчас. Ну да, ты прям джинсы уже хочешь ставить. Не, ну как бы. Ну, ребята там просто выторг сделали. По-моему, уже вернулись за несколькими товарами. Хороший, действительно, сувенир можно привезти. Вот. А тарелочка даже, смотрите, какая, ой, какая красивая вообще. Вот. Ну это медь, он говорит, но я не знаю. Ну, посмотри, браслет. Смотри, какая классная. Кожаные, да? Вон, ну у меня столько браслетов, честно, сейчас. Подожди, там вот сумка с документами. Сейчас оставила я немножко. Ну вот. Браслеты классные, просто что истинно, я увлекаюсь фенечками, но у меня их уже очень много, из всех стран, с Бали, Занзибара. И куда-то они пошли менять, по-моему. А там по-моему. Еще гершок какой-то, По-моему, нормально, отлично. Я думала, что, знаешь, на низкое будет неинтересно. Ну, давай, ну. Ой, извините. Извините. По-моему, отлично. Ну, смотрится, да, классно. Я не хочу длиннее. Все, ну так что, берешь два пояса? Два их и можно? Ну, он да. Сказал, это, можно, это, но я Наташу на деньги контролирую постоянно, потому что... Можно? Когда я понимаю, что это не надо, я говорю, Наташа, не надо, нельзя, нельзя, не надо это брать. Ну да, значит, наверное, если он еще сбросит чуток, то, наверное, да, можно и нужно. Ой, а лампа Аладдина, ты бачишь? В общем, зашли в такой вот шоп прикольный и... Ну, что хочу сказать, как бы сумочки, вот, ну... Они сделаны вроде как, ну красиво, но немножко, вот видишь, как-то handmade. Ну очень уж handmade, но в принципе, сколько сумка стоит. Сейчас я это посмотрю. В принципе, то цвет смотри, классный. Цвет классный. И вот тут этот... This is a goat leather. Ага, вот, козочка. Yeah. Бедная козочка. Вот. Тут вот видишь, как это... Тут еще мужчина подошел, сейчас пока покажет. Ага, это такая же, он, такая ага, же, да? Same, yes? Да, yeah, если same. Что-то same. Не работает, да, как поясок зеленый, я другой взяла, и нормально. Но просто как мне он не сильно надо. А, знаешь, это что же выделка? О, я же хочу это еще. Подожди, Наташа, хочу тебя еще, чтобы ты розовую сумочку открыла, вот эту вот. Вот эту вот, которую мы спрашивали, нам не очень как-то так какая? Вот. Вот это да, вот? Вот прикольно, не знаю, это прикольно. Camel. А, это Camel. Бедняга Camel пострадал. А как она вообще? Жесткая, но не такая, не прикольная. Узорчик хороший. Как тебе сказать, надо уметь еще выделывать кожу, правильно? Не зря ага. Люди учатся этому. А я хочу еще узнать, знаешь, да. Почем фенечки мыши? Фенечки, какие? А how much this? Сколько? Здесь how much? 20. Ну, прилично. Слушайте, пояс 25, а фенечка 20. Это мне непонятно, честно. Пояс 25, а фенечка 20. Не знаю. Ну, это странно, правда. Мы не будем покупать. Ну да, нет. Фенечки такие однозначно пока нет. А вот эта красота, давайте вам еще покажу. Все-таки такое у нас видео про этот киоск. А ты поняла, что это смотрели? Сейчас, подожди, я хочу показать хоть рядок полностью этой красоты. А тут прям игрушка прям с этим, да? Даша, ты видела, что тут прям игрушка как это сверкует, фламинго это, наверное. Я думала, что смотри, это я правильно вижу, это котик сидит или нет? А, это не котик. Я думала, это котик сверблюда. Типа котик сидит да. Просто, не, по-моему. А может, это не котик? А, это не котик, это на горбах. Ну, мне тоже... Это. А мне показалось котик. Знаешь, котенок. Котик с верблюдом, да, и мне сейчас скажут, что котик. Или совенок какой-то. Но это нет, это котеночка. Котенок или совенок с верблюдом сидит. Все, хорошо. Так, значит, давай, ну тогда, да, давай спрашивай, почем два okay, будет. Окей, I want two belts. If two, how much? Two belts...
No problem, 40 dirham. 40 dirham, thank you. По 20 дирхам, ёлки-палки. Все, сейчас достаем денежку. Ну, и, да, вообще. Я его не спрашиваю, я ему это говорю. Ну что, ребята, мы купили. Да, Наташа себе купила за 40 дирхам. Да, за 40. Два шикарных пояса. Очень довольна подарком. Ну, мне нравится. Да, и мужчина молодец. А что подарку? Он мне не подарил. В смысле, сама себе сделала классный подарок. Так что рекомендуем и идем дальше смотреть, что здесь за магазины такие. Вот, ну, тут декор, как бы, эти все. А, ну, давай посмотрим. Ага, Санька, тут, да. Вот так вот. Так, наверное, сюда эти ребята еще. Боже, ходили, красота. Смотрели. Смотри, несет этот кувшинчик. Угу. Ну, тут такая реально давнина, старина. А вот и знейм. Райт, вот знейм, райт. Даля. Даля? Даля. О, да. О, даля. Да. Надеюсь, я правильно повторила. Yes. Ну, это, конечно, вообще такие. У вас друзья уже имеют все магнитики, финики, сироп. Это хорошие подарки. Ага, 1300. 1300. Да, это серебро, а это медь. Серебро и медь. Так я ого, тяжелый, да. Понимаю, брелочки. Это очень круто. И брелочки такие, да, вот тоже. Ой, какая недешевые. А чего? А how much is this? This is 15 dirham. Ага, 15, ну и нормально. Ну такие тяжелые. Мне до сих пор странно, что фенечка стоит 20, да, это 25. Ого. Да, красиво. Окей, thank you. Thank you. Все, такие вот у нас прям прогулочки по магазинам. Я даже не думала, что так прямо интересно. Еще ну, есть. Ребята, это. Ну, мы уже так посмотрим. Да, мы уже так посмотрим, что это такое. Это гончарные дел мастера. А, то есть человек один продавец на все магазины. Ой, смотри, как красиво стеночку сделали. Подожди, я отдарю сейчас. А ты заметила такие эти верблюдики, крючки? А, классно, боже, да. Какая красота. А ну, здесь вот. Прям в лучших традициях Пикассо придумали. Да, классно. Прям в тени. Это прям как скалолаз, да, не напоминает. Ну, конечно, если возьмешь, ты можешь подслетишь. Прикольная идея, кстати. Ага, идея классная. Сейчас вообще уменьшу, как оно все стоит. Боже мой, этот крючок выдержит реально? Ну, как красиво, посмотри. Ты видел? Ну, да, я... Показал зрителям? Да, конечно. Это глаз. Здесь стекло было, ну, закрыто. Это кожа. Ну, возможно, закрыта, а возможно, ну, люди просто. Чуть-чуть, наверное, это сняли. Да, видите, а вот в этом видео сейчас посмотрели магазинчики. И вот эти вот маленький такой дворик. Сейчас еще раз вам покажу. Находится он в Heritage Village. Очень уютненький, с таким продавцом классным и с такими отличными кожаными изделиями. А, кстати, помнишь, на Андреевском спуске, когда мы были с вами на Андреевском спуске, и сумочку мы, да, еще покупали? Да, сумочку покупали. А там был пояс, девушка тоже делала, из кожи, и она просила за него 250 гривен, по-моему. Ну, тоже немного вообще. Немного. Вообще а немного. Это получается за 1,20, ну, я уже не знаю, что с курсом, но по-нормальному было 140 гривен, если вот сейчас. Ну, это вообще, да, что-то, это вообще что-то такое гривен очень было. Шикарное, и цена ну, отличная. Нравится, это вообще, реально. Слушай, класс. Ну, посмотрим, как оно носится, но я думаю, что хорошо носится. Все, идем дальше.